Всем доброе утро от Кузеньки. На самом деле, это уже наша с Кузей вторая попытка снять видео. Ой, все было хорошо. Я начала... Вот, мальчик не выспался сегодня. Я начала снимать, хожу, рассказываю. Такое хорошее видео, все хорошо. А потом посмотрела, а я просто забыла включить камеру. Ну, в общем, как-то не срослось. Да, а потом начались дожди. Кузя не выспался. Да. Не выспался, заянка моя. Кузя, что там с лапочкой, Кузя? Ой, боже мой. Это просто утренние процедурочки. Да? Пойдем походим, Кузь. Пойдем, заянка моя. Пойдем, мой мальчик, походим. Давай. Да. Ну вот, все вот у нас постоянные обнимашки. И вот как-то прям очень тяжело снимать. Да, Кузь? Ну, пойдем обход сделаем. Посмотрим, что у нас где. Пойдем? Пойдем. Ну, я поняла, да. Ну, мы идем дальше. Пошли. Пойдем. Пойдем. Так ничего не получится. Пойдем. Шагай за мной. Так куда пошел-то? Это называется «Шагай за мной». Так. Магнолия уже доцветает. Да. И начали яблони уже зацветать. Те, которые пораньше дадут яблоки, они цветут пораньше. А те, кто осенние, они попозже будут цвести. Так, ты куда ушел, мальчик? Буду с тобой ходить. Вот, осенняя груша зацвела. Летняя уже отцвела. Очень все красиво. Все цветет. Кузь, пойдем со мной. Кузя, пойдем в ту сторону. Кузя! У нас черешня вроде завязалась. Да, и ее вроде как будет предостаточно. Дерево большое. Поэтому, наверное, в этом году у нас будет черешня. Рядом вишня, я смотрю, тоже она завязалась. Да. Вот мои посадки. То, что я сажала. Огурчики что-то пока тишина сидят. Но у меня такое подозрение, что рядом с огурцами вроде как будто как укроп. Не знаю, мне прям интересно, что ж там за семечки были. Редиску я посадила, она выросла. Вот Кузька пришел. Так, что у меня здесь еще? Укропчик вроде вылез. Это пока в таком не очень радостном состоянии мои посадочки. Базилик и салат. Ну, салат вроде так это приходит в себя. Базилик еще пока не очень пришел в себя. Но попозже вам еще раз сниму. Так. Ой. Груш, похоже, будет тоже опять в этом году многовато. И они уже завязались. Прям уже завязались маленькие груши. Вот у нас чужой кто-то проходит. Да. Кузя возмущен. Кузя возмущен. Возмущенный Кузя. Пошел. Работает. Мне тут с вами некогда растения рассматривать. У меня работы много. Да, Кузька? Мальчик мой. Стоят. Нашли где место стоять. Да. О, какие наивные, да. Они же просто не знают, что ты тут живешь. У нас груша вот эта вот в этом году
большая ветка отвалилась. Не знаю, как выживет, не выживет. Надо полечить, да, Куся? Ага, я поняла. Сейчас ты еще и полечишь ее. Все поняла. Так, а тут у нас которая цвела. Что тут происходит? Мама дорогая. Тут прям вообще все в грушах. Ну что, будем соседей угощать? Мы выставляем за своими воротами стол. Стол. Ставим большое блюдо. И насыпаем туда яблоки, груши. И все проходящие жители нашего поселка, детишки и взрослые тоже, угощаются нашими грушами. Вот такие мы. Нежадные. Да, вот это еще груша моя самая любимая. Она какая-то такая необычная. Она в форме яблока. И созревает она позже всех. Самая поздняя. Вот. А еще мне очень хотелось шелковицу. И вот посмотрите, какая красота. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, в этом году может быть даже будет шелковица. Видите? Я вам попытаюсь приблизить. Я же не знаю, как она на самом деле цветет, растет. Сейчас. Ой, да что ж такое не получается. Ну, в общем, что-то очень похоже на ягодки, на шелковичные. Не знаю, я прям надеюсь. Я прям надеюсь, что у меня что-нибудь получится. Очень хочется свою шелковицу. Так, а тут у нас виноград, который только начинает. И он у нас мелкий, но такой, видимо, он сортовой. И запах у него вообще обалденный. Я с ним компот делала, прям вообще такое впечатление, что как сок. Так, а Кузька у меня сбежал. Ну-ка, где наш Кузька? Ага, Кузька. Так, стройка в апельсиновом доме или в персиковом еще продолжается. Так, а вот он наш Кузька. Ну, откуда начали, туда мы и пришли. Только он раньше меня сбежал. Да, зайчик? Да. Устал, мама, я с тобой ходить. Устал. Так что вот так. Немножко прошлись по посадкам. Да? Да. Всем хорошего настроения. И самое главное, мирного неба над головой.